А вот такая вот командочка у нас доступна на данный момент. Как мне кажется, первая команда Центуриона выглядела покруче. Но один фиг мы никого не поймаем, поэтому сильно не расстраиваемся. Но зато я знаю, кто поймает точно. Это Верганг. Вчера я к нему на стрим зашел. Буквально просидел там 10 минут, и за 10 минут он вытащил сначала Зика в каком-то бич-паке, потом через пак ему падает Фига, и на следующий прям пак ему падает Футре. Это вообще адекватно, скажите мне, пожалуйста? Я не верю в такие невероятные тайминги, это стопудово какая-то подкрутка. Вроде там с яшниками дружит. Надо бы тоже с ними закарифаниться. Что у нас сегодня по контенту, спросите? А все просто отвечу я вам. Это сборочка кумиров в количестве 3 штук, так как у меня 3 аккаунта. Параллельно буду вам рассказывать, как я отыграл свою викенд-лигу. Теперь я отыгрываю по 2 викенд-лиги, да-да. Много, как всегда, грандиозного было в этой самой викенд-лиге, где им сейчас нарезочку я вам пущу. Что там происходило? Как обычно, мои защитники с ума сходили. Как обычно, 1000 отскоков рикошетов. Ну, благо, не только в мою сторону все это дерьмо работает. И честно сказать, ты немного устаешь от такого нон-стоп стресса. Допустим, вот на бездонатке я еще грамотно поступаю, я сливаю там первые там 7-8 матчей и просто там до 9, до 11 побед добиваю. А вот на том лакерном аккаунте с зубастиком я с трудом там выковырил 11 побед. Ощущение такое, что чем больше я играю, тем хуже я играю. Я не знаю, как это объяснить. Короче, как вы понимаете, Викинг-лига была веселая у меня. Я, блядь, каждый раз поражаюсь от того, как игра генерирует эти отскоки. Ну, посмотрите, сколько раз, блядь, эти ебаные отскоки прилетали к Холланду. Ну это ж просто пиздец, раз отскок. Тут, бля, вообще как будто магнитом примагнитило, блядь, просто. И все это происходит на 90-й минуте. Такие вот уебаны встречались классические, которые подходят к воротам, типа, ой, сейчас забью. Выходят, блядь, еще извиняется, типа, ой, сори, блядь. Но мой самый главный хайлайт. Чел зарабатывает пенку, удачно ее забивает. И что вы думаете? Идет праздновать, ну и показывает мне, что сейчас станет с его очком. Ну, я как справедливый гражданин делаю киков, и что вы думаете? Я бегу к воротам, но, к сожалению, у меня чел падает. И пенальти, блять, просто две пенки за две игровые минуты. Ну, я, естественно, успешно забиваю эту пеночку и тоже радуюсь. Этот матч, кстати, я выиграл. Но вот эту хуйню я даже комментировать не хочу, предлагаю вам самим придумать описание этому пиздецу, который произошел у меня в матче. Ну и все эти мучения принесли мне Морган в пиках, ну и бронзу с Донарумой. Чисто фадерок и в остальном ничего интересного. Соберем кумира и попытаемся восстановить баланс удачи. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о моих спонсорах. Это мои отличные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. Пари работает на высокотехнологичной платформе. У них есть куча спортивных дисциплин, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. А если вы еще пройдете верификацию до конца, то получите шикарный бонус. Это 1000 фрибетом. Ссылочка, опять же, закреплена в комментарии. А если вам нужна, друзья, новая EAFC, либо же какие-то новые игры по типу UFC, Alan Wake, Spider-Man, возможно, вам нужны FIFA Point, либо же подписчики на PlayStation, либо Xbox, ссылочка на мой личный магазин будет также в описании. Чё, я на последние бабки закупаюсь, пацаны. В надежде на хэппи-энд, потому что это реально проклятый аккаунт, здесь никогда ничего не падает. Приходится даже вот таких вот красавчиков отправлять, по типу Стерлинга, Куба. Опять же, смотря на этот состав, напрашивается какой-нибудь цепешник классный. Открываем. Без плашек, без ничего. Просто смотрим и надеемся на хэппи-энд. Пожалуйста. Флаги. Блять, ну цепешник. Я просил цепешника, вот вам. И цепешник, блять, ройки. Какой кошмар, ребята. Ну, опять же, по фану можно поиграть. Чего бы нет, вариантов у меня тут особо немного. Так, ну что, донатный аккаунт номер один. Тут, кстати, если вы помните, в прошлый раз мне упал Аль-Ой-Варейн. Бустер уже отбегал, видимо, карточка неплохая. Ну и, к слову, давайте я вам быстренько покажу награды. Давайте посмотрим, что же здесь мы сегодня поймаем. Так, начало хорошее. Второй пик открывается, смотрим, Маркиньош. И третий пик смотрим, смотрим. Бля, вот чисто. Чисто вот дефолтные рейтинги. Рубен Диеш, Кимах и Сильва. Чаще всего падают эти типы. Так, большой набор редких игроков. Норвегия, форвард. Блять. Опа, это еще и двойной. Ну-ка, кто? Эдерсон. Так, а вот теперь Ultimate открываем, ребята. Какой кошмар, блять. Может, АДМ есть? Не, АДМ все еще нет. Так, 2.85+. Какая-то девчонка из Барсы. Опа, это выше 89-го рейтинга, на секундочку. Учитывая, что это 85+, это охуеть. Смотрим, кто? О-хо-хо, Лео Месси. Всегда приятно видеть Лео Месси. Отлично.
Что-то зачастило мне в последнее время, часто падает. Так, ну и 3,85. Алиса. Ну, чисто рейтинги наловили, пацаны. Ну, наверное, могло быть и лучше. Но, опять же, не всегда же вести. Так, собрал тут пик на Тотва. Давайте вскроем. Может быть, Сона увидим. Угу. Увидим Паулинью. Так, ну что, кумирчика на этом аккаунте тоже собрали. В прошлый раз мне тут упал Трезеге. Как понимаете, что не очень хорошо. Надеюсь, что как минимум это будет лучше, чем на прошлом аккаунте. Открываем. Пожалуйста, флаги. Хорошие флаги. Англия. ЛФА. Ну, ребята, это Барнс вроде как. И у него есть крутой плейстайл на дриблинг. У него скорость 89, удары 85, дриблинг хороший. Я думал, что эта карточка даже окупает. Нихуя себе. Я тут сижу еще такой, думаю. А карта почти 400 тысяч стоит. Ну и вы гляньте, какая красота. Отличный складецкий у меня тут вырисовывается. Ну и, собственно, переходим на мой лакерный аккаунт. На котором у меня все так же 9 миллионов монет. Я все так же не знаю, что себе покупать. А здесь также была отыграна Weekend League, как я вам говорил, на 11 побед. Быстренько чекайте наградки. Продолжится ли везение? 88 плюс Рэшфорд. Вау. А вот тут надо подумать. Ну, как будто бы Рэшфорд, да? Так, вторая карточка открывается. Смотрим, смотрим. Ко-то-то. И последний пик посередочке. Открываем, смотрим и видим. Понос. Каких-либо интересных хайлайтов у меня не было в этой Weekend League, вроде показать даже особо нечего. Ну вот, Смит, какие бошило, такие бошит красиво. Но все-таки у меня один вопрос имеется к этой игре. Почему Неймар здесь с метра не забивает, а? Ладно, вопрос будет попроще. Как вы знаете, в этой части FIFA EFC вышло нововведение с этими новыми плейстайлами золотыми. И когда этот самый плейстайл активируется, у вас загорается золотистая иконка над головой. И мне казалось, что если она загорается, значит, ну, типа, ты все сделал правильно, у тебя там четко все сработало. Но, как оказалось, нет. Вот, я на тест видящего взял, решил протестировать подкаты. У него золотые подкаты. Чекайте, я делаю подкат, загорается золотая иконка, и мне дают красную карточку. Ну и вот такая же херня здесь произошла. Ван Дайка золотой перк на воздух, то есть если он загорается, значит он ебать как выпрыгнул. Чекайте, он выпрыгивает, но на втором этаже он проигрывает. Опять же, поясните, если я не прав, мне казалось, если у тебя загорается вот эта вот золотая перка, значит ты делаешь все правильно, у тебя ебать там все должно сойтись и сработать. Почему он здесь проигрывает вверх Ляо? Так, что у меня тут еще из хайлайтиков? А, чекайте, 3-3, 91-я минута. Что делает его голкипер, бля? Я не представляю, как у него там очко должно было сгореть. Чекайте сольный проход Жоржиньо, ребята. Это мастер кнопочки R1. Чекайте. Оп-оп, обошел, оп, покрутился. Вот так вот сделал, и на. Не, Жоржиньо прям очень хорош, понравился он мне. Поэтому я сейчас думаю о его покупочке. Так, ну что, мы здесь тоже собрали Team of the Week. Давайте откроем, посмотрим, понадеемся. Опять Дибала. Ты чё, медом намазано, блядь? Второй раз Дибала. Это довольно-таки редкая карточка. Вы знаете, я возьму Лэмпти, наверное. Он стоит по футбину 80 тысяч, я смотрю. Так, ну что, собрали и на этом аккаунте кумирчика себе. В прошлый раз нам очень сильно повезло. Мне тут упал Балок, который до сих пор бегает в основе. Практически уже 100 матчей за него отыграл. Карточка бомбезная. Да, у меня вот примерно такое же состояние, блядь. Ну, это отвратительно. Так, давайте напоследок откроем вот этот вот наборчик за 215 тысяч. Хули, 9 лямов на аккаунте, нужно же на что-то тратить. Let's go. 215 тысяч. Пак. Открываем, смотрим. Португалия. ЦП. Двойной. Да, это двойной. 88. И плюс Родри. Блять, двое из Ларца. Одинаковых лица, блять. Двое из Манчестер Сити упали. Фодера у меня и так в клубе достаточно. Бля, еще и дубликатов миллион. Может быть, АДМ где-нибудь завалялся. Нет, АДМ все еще не видим. Так, друзья, тут у нас пакетик интересный вышел. 100 игроков в одном паке. Звучит вроде и грандиозно, но тут 25 бронзовых, 35 серебряных и 40 золотых. Американский флаг, ЦП. Вау. Да это ж хуйня полная, да? А нет, подождите, это двойной олкаут даже. Хоран. А кто рядом? Еще одна девчонка. Хейгерберг. Ну, слушайте, как рейтинг, вообще заебись. Жаловаться не буду.